Тут собаку ведут? Да. А он? Глазки закрыли. Он всякий случай. На всякий случай, чтобы не бросился. Может, конечно, броситься, но лучше глазки закрыть. А где собачка? А вон сзади вас. Где-то сзади меня собачка, поэтому глаза ему закрыли на всякий случай. Случаи разные бывают. Нам все равно надо. Здесь уж нельзя. Собачка прошла? Нет, сейчас я проведу. Он просто посмотрел ей вслед. Зачем? Зачем? Она все равно ушла. Это его дети продаются. Дети очень мощные, очень красивые. Вот один ребенок. Вот, мордочку показал. А это второй ребенок. Очень смешной. Это мальчик и девочка? Кто это? Наверху мальчик вот этот светлый, а это девочка. Девочка. Мальчика зовут Аякс, девочку зовут Медведица. Большая Медведица. Девочка сидит. Медведица. Большая Медведица. 6 месяцев. Она продается. Знаком направо? Да. Папочка на нее внимательно смотрит. А мальчика как зовут? Аякс. Аякс. Он похож на белого медведя мордой. Очень серьезная такая морда. Шестимесячный. Вот такой щенок. Очень похож на медведя. Действительно, реально медведь. Ихний папочка. Кто понимает? В продаже среднеазиатские овчарки алабаи. Вот тут есть координаты хозяев, а вот сейчас сами собаки. Там идешь или здесь? Как затемненная. Осматривает свои владения. Он охраняет вот от других собак, от людей. Детей своих охраняет. О, поднялся. Ого. Вот он встал. Гигант. Борис, иди ко мне. Гигант поднялся. Йо, Борис, я пошел. Борис, сейчас я его... Он унюхал. Не, пусть стоит. Не надо я его отстегну, чтобы можно его полный рост снимать. Он просто огромный. Сейчас его покажут полностью. Потому что сложно его так в объектив. О, вот так. Вот он развернулся. С 5 мая нам будет 3 года штыть. А, ему даже... три года уже было, да? 3 года 4 месяца. 3 года и 4 месяца. Такой вот. Вот такой вот мальчик. Его детки. Такие же большие будут. Это 6-месячные детки. Он унюхал что-то там, ему там очень что-то интересует. Мы его сейчас заодно и погладим. Что ж там такое? Что ж тебя так интересует?